часов вечера в Киеве. Вы смотрите главные новости к этому часу. С вами Елена Вознесенская. Здравствуйте. Детей из двух районов Херсонской области, прилегающих к Крыму, вывозят на оздоровление. Такое решение приняли на экстренном совещании после того, как пункт пропуска «Каланчак» накрыло новым облаком отравляющих веществ завода «Титан» в аннексированном Крыму. Чрезвычайные службы и местные власти мониторят состояние окружающей среды и обследуют жителей. Резкого ухудшения нет, но вывести детей решили для профилактики, пока не определят степень загрязнения. Подробнее в репортаже Евгений Бурды, самого близкого села к Титану. Кархут Ярослава. Без паники и строго по спискам. Возле школы села Преображенка детей рассаживают по автобусам для непредвиденной поездки. Собирались, как обычно, в школу, позвонили, сказали, что не будет. Вместо этого едем в лагерь. Сначала подумали, что родители будут, но потом... Сказали то, что... Что только школьники будут. Каждый вечер дым невыносимо дышать, окна закрываем на ночь. Горло шипит по утрам, больно. Оповещение делал в виде лосвиты. Наши депутаты, наши социальные працівники по дворам, по школам, по класам, по садикам. Много людей, детей уехали раньше. Несколько часов на сборы, и уже к вечеру из Преображенки вывозят около 200 детей, ясельных и грудничков с родителями. У меня два малыша, им по 10 месяцев. По две недели. Деткам вещи, себе вещи там на первое время. Дети поедут в лагеря и санатории Скадовска. Всю дорогу их будут сопровождать медики. С собой у них все необходимое для оказания первой помощи. Приехали на помощь Красночабанской амбулатории, а осматривали их непосредственно педиатры и терапевты, чтобы не укачивало в дороге. Всего спасатели планируют вывести 1885 детей. Сегодня выезжают первые 7 автобусов. Пока по очереди загружаются, дети ожидают в классах, чтобы меньше находиться на улице. Плохо дышат, носики забиты, кашляют, хотя все лето не кашляли. Мы очень рады, что вывозят куда-то. Вывести всех детей из 7 населенных пунктов, которые попали в зону заражения, планируют за 2 дня. Что делать дальше, обладминистрация будет решать в зависимости от результатов исследования выбросов с завода, которые продолжаются. По прогнозам синоптиков, в ближайшие 4 дня ветер будет дуть в сторону материковой части Украины. Евгения Бурда, Евгений Савицкий, Херсонская область, UATV. 37 украинских пограничников отравились из-за утечки химического вещества на заводе «Крымский Титан» на аннексированном полуострове. Они несли службу на контрольно-пропускном пункте «Каланчак». У всех головная боль, рвота и поражение слизистых. 5 направили в госпиталь в Одессу на обследование. У остальных, по оценкам медиков, состояние здоровья удовлетворительное. Рассказал глава Херсонской госадминистрации Андрей Гордеев. Он отметил, накануне ветер поменял направление, именно с этим связано. Показывают ухудшение здоровья военнослужащих. По этой же причине закрыли пункты пропуска «Каланчак» и «Чаплинка». На них останутся пограничники, которые будут пускать на материк граждан Украины в упрощенном порядке. Все военнослужащие государственной погранслужбы, которые сейчас здесь проходят службу, обеспечены новыми респираторами американского производства. В них есть специальные фильтры, защищающие от серной кислоты. Кроме того, из Одесского госпиталя к нам приехали врачи, которые обследуют военных. Из тяжелой артиллерии боевики обстреляли Крымской, Луганской области. Огонь вели из Голубовского. 10 разрывов снарядов калибра 152 миллиметра зафиксировали украинские военные. Мирные жители не пострадали, разрушений нет, сообщили в штабе операции объединенных сил. На петицию в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова Белый дом должен ответить в течение 2 месяцев. Об этом заявили правозащитники по результатам флешмоба «Save Олег Сенцов Sign Petition». Его запустили в понедельник. Актеры, режиссеры, музыканты, спортсмены и политики призвали всех подписывать петицию на сайте Белого дома. За 2 дня до дедлайна она набрала необходимые для рассмотрения 100 тысяч голосов. В понеділок мені здавалося, що це дійсно схоже більше на авантюру. В понедельник это мне казалось больше похожим на авантюру. Тогда было всего 33 тысячи голосов. Ночью после съемок в сериале я рассылала информацию своим друзьям и знакомым. Подняла украинцев в Финляндии, в Грузии. Вся наша команда сработала блестяще. Это получился настоящий флешмоб.
Работа с этим инструментом, петиции – это работа на двух уровнях – правовом и символическом. Правовой уровень понятен. По общей процедуре на протяжении 60 дней Белый дом должен рассмотреть эту петицию и дать ответ. Он дается в виде пресс-брифинга спикера Белого дома или официального сообщения на сайте. Олег Сенцов держит голодовку уже 117-й день и требует от России освободить всех украинских политзаключенных. Российский суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному делу о терроризме. Режиссер отбывает наказание в колонии в городе Лабытнанги. На шаг ближе к признанию автокефалии Вселенский патриархат отправит в Киев представителей. Экзархами Константинополя будут архиепископ Даниэль Памфилон из Соединенных Штатов и епископ Илларион из Канады. Об этом сообщают на странице патриархата в Facebook. По предварительным оценкам, окончательное принятие документов о предоставлении автокефалии будет рассмотрено на Священном Синоде в октябре. Обострение ситуации в Сирии в эти минуты обсуждают на заседании Совета безопасности ООН. Встречу инициировали Соединенные Штаты после очередного авиаудара российских и сирийских самолетов по западной границе провинции Идлиб 3 сентября. Эти территории контролируют антиправительственные вооруженные группировки. По данным международных наблюдателей, во время бомбардировки погибли 13 человек. США опасаются, что силы Башара Асада могут применить в Идлибе химическое оружие. В ООН считают, наступление правительственных войск в провинции может привести к гуманитарной катастрофе. Почти 3 миллиона простых граждан, которые живут в зоне деэскалации в провинции Идлиб, нуждаются в гуманитарной помощи. За ней обратились 2 миллиона 100 тысяч человек. И почти 1,5 миллиона – это временно перемещенные граждане, которые покинули зоны боевых действий. Систематическое применение оружия массового поражения в густонаселенных районах может расцениваться как военное преступление. Мы должны обратить внимание, что в провинции Идлиб больше детей, чем террористов, и это стоит учитывать. Мы призываем Россию сильнее сдерживать сирийское правительство от атак по Идлибу и способствовать деэскалации конфликта. Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы «Процесс» показали на Венецианском фестивале. Это уже третий фильм режиссера, который попадает в программу престижнейших европейских кинофестивалей этого года. Больше знает корреспондент UETV Тамара Кононенко. Она с нами на прямой связи. Тома, добрый день. Много ли людей пришло? Добрый вечер. Мы буквально только вернулись с показа. Сейчас находимся в центре. Вот сзади вы можете видеть красного льва, которого уже завтра получат победители. А сейчас что я могу сказать вам о процессе. Перед началом всемирной премьеры, которая сегодня произошла на Венецианском кинофестивале, режиссер Сергей Лозница дал пресс-конференцию и начал он ее заявлением об Олеге Сенцове. Он в очередной раз обратился к политикам, к мировому обществу, как и предыдущие два фестиваля, о том, чтобы об Олеге не забывали, чтобы его как можно скорее освободили, и напомнил, какой день он голодает, аж 117-й. Он также надеется, что в этот раз наконец-то его услышат из этой огромной такой мировой площадки. Рассказал немного о создании фильма, о том, что работал непосредственно с архивами, о том, что прочитал книгу. Документальный фильм, он длится 2 часа. Там архивные видео из процессов так называемой промпартии. Это дело сталинских репрессий против инженеров и работников технической сферы. Это сфабрикованные также дела. В них участники свидетельствовали ложно не только против других своих коллег, но и сами даже против себя. Поэтому Сергей Лозница говорит, что этот фильм как нельзя лучше демонстрирует все то, что происходит сейчас и другими политическими заключенными. Мы только-только вернулись с показа, мы пообщались и с посетителями, и с разными коллегами, и непосредственно услышали самого Сергея Лозницу. Поэтому в следующих выпусках я расскажу вам больше о фильме «Процесс», о самом Венецианском фестивале. Поэтому следите, оставайтесь с нами. На этом у меня все, студия. Спасибо, Тамара. Это была наш корреспондент Тамара Кононенко из Италии. Там, на Венецианском фестивале, показали фильм Сергея Лозницы «Процесс». Оперативная информация на наших страницах в соцсетях, а также на сайте канала uetv.ua.
Вы смотрели главные новости к этому часу. С вами была Елена Вознесенская. Оставайтесь в ЕТВ.